Турецкая цифровая платформа Blue TV с гордостью представила прессе свой новый проект «Ешелчам», который произвел на журналистов очень сильное впечатление. Похоже, нас ждет настоящий хит сезона. Двадцатого апреля цифровая платформа Blue TV провела гала-премьеру своего нового сериала «Ешелчам». Из-за ограничений, связанных с пандемией, гала прошла в онлайн-формате. Сначала прессе была дана возможность пообщаться с актерами проекта, а затем предоставлены две первые серии, которые перенесли журналистов в эпоху 60-х годов прошлого века. Как заявил исполнитель главной роли Чаат Айлусуй, в это тяжелое время они надеются подарить зрителям минуты радости, на короткое время забрав их из домов и перенеся во времена Ешелчам. Они хотят подарить зрителям радость и энергию, согреть их сердца искренностью того, что происходит на экране. Он надеется, что этот проект станет их приветствием всем мастерам эпохи Ешелчам, и тем, кто среди нас, и тем, кто нас уже покинул. Афраса Рачало призналась, что выросла на фильмах эпохи Ешелчам, тогда как Селим Шекерджи заявила, что для нее играть звезду того времени было сбывшейся мечтой. Подписчики цифровой платформы Blue TV увидят первую серию сериала «Ешелчам» уже 22 апреля. Это история продюсера Сими Хаатеша, страстно влюбленного в кино, который должен вести жестокую борьбу за выживание с конкурентами. Отзывы прессы прекрасные. Как признаются журналисты, сериал оказался великолепным проектом с прекрасно переданной атмосферой эпохи, замечательными актерами, шикарным сценарием и Чаатом Лусоем, который является настоящим королем этого шоу. Ни одного отрицательного отзыва дает надежду на то, что нас ожидает захватывающая история. Похоже, интерес международных платформ к сериалу не случайен. Напомним, что главный директор Blue TV Даан Ялчинда уже объявил о том, что сериал будет продаваться на другие цифровые платформы, так что международные зрители увидят его уже совсем скоро. Кстати, для жителей Ближнего Востока и Азербайджана уже сейчас есть возможность смотреть «Ешелчам» вместе с турецкими подписчиками, так как Blue TV работает в этих странах. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.